Всем привет! И вы по моему каналу Пока XD Мила. И сегодня я покажу, что уже у нас в XD за новое обновление вышло. Честно, сама пока не смотрела, что же там вышло. Ну, вот такая вот у нас картиночка, заставка. Кстати, обновление не самое уже прошло. Ну и вот, заходим в наше новое обновление. Честно, вообще никакого обновления не ждала. Но я обновила, и мне кажется, это летнее обновление будет. Видите, что я пропадаю, просто у меня нет никакой мотивации снимать видео. Ну и также актив упал. Просто из-за того, что там меня еще кто-то смотрит, у меня есть хоть там маленькая мотивация. Кто-то смотрит меня. Ну ладно. Так, забираем награду нашу. Сейчас я вообще уберу звук. 1250 монет, 2 алмазика, ну и как бы вот батарейка. Что нового? Такой вот транспорт на сумасшедшей гонке. Вот сейчас посмотрим. А, ну, не очень понимаю, что нового там. Так, пойдемте посмотрим в город. Что, офигеть, по-моему, это летнее обновление. Сейчас посмотрим, что же у нас вышло. Так, ну и тут у нас скидка, я понимаю. Коктейльчики продаются. И там как бы вот Crazy Run у нас тут стоит. Не знаю, почему типа он тут, ну ладно. Так, да, это летнее обновление, кстати. Вот, тут у нас паркур. Пойдемте посмотрим. Кстати, посмотрите, как красиво тут. Вечером. И я как понимаю, у нас еще новый питомец вышел. Новый капсул тоже, может, вышли. Так. Это у нас что? Так, ну тут у нас палатка такая вот. И тут у нас еще стенд есть, в котором все продается. Сейчас все посмотрим. Так, вот что это у нас? Магазин. А, самолет за 150. Суперкостюм, ну, уходит в самолет за 800 рублей. А, ну хоть это за 25, не очень дорого. А что это? И суперкостюм за 120. Сколько? У меня 121. Я очень хочу купить этот. Это же вроде как суперкостюм или нет? Мне кажется, это не суперкостюм. А, нет. Вот это суперкостюм, а это просто костюмчик. Так это он не будет смотреться. Блин, не знаю, же. Это точно прикольная вещь. Так, вот это вот, возможно, куплю. Мне нравится, как выглядит. Это что? О, это покупаю. Вот это сейчас купим. Прикольно будет выглядеть, я покупаю. И вот это, такой топик у нас, юбочка есть. По мамке потом куплю. Это что? Палатка, она прикольная. Камин. Блин, вот это лучше куплю. Так. Ну, смотрели. Вот это что? Коврики, вот это прикольная вещь. Куплю вот это. Так, что это? Это какие-то осьминожки. Продукты, но мне они особо не нужны. Вот это прикольно, кстати. Тут много всего разных. Через 11 дней закончится, подумаю. Вот этот костюмчик у меня, похоже, был, по-моему, домик. Вот эти. Стоп. А, ну и боксик, кстати. Так, это старый боксик. По-моему, боксик новый не вышел. Давайте я сейчас сделаю себе костюмчик новый. Так, это что, боже, странный костюм довольно. Так, ладно, промолчу. Снимаем шапку, мне очень понравился новый костюмчик, кстати, вот с этого обновим. Может, где, вот, юбочка и кофточка где-то была, так. Где, боже. Вот она, все вижу. Очень красиво. И надо еще мои крылья. А, просто посмотрите, как красиво это смотрится.
Офигеть! Очень красиво. Еще наушнички какие-то надо одеть. Ну, давайте вот эти. Прикольно. Вау, такой летний скинчик. Так. Ну, я тоже, как понимаю, у нас вышел новый питомец. Ой, секретная коробочка. Это что? Боже, что? Это у меня вопрос. Ну, чё? Ну, зачем мне такой Вайлда? Типа... О! Выпало что-то. О, вот он. А, поняла, это надо вот эту бить фигню. Вот еще. Блин. Ладно, я пойду посмотрю питомник, нет ли новых капсул, вдруг они вышли. Так, идем вот сюда вот. Так. Нет, тут нет никаких новых капсул, как бы. Ну и тут ничего нового нету. Я не понимаю, почему туда питомец, который там был, где его тоже нету. Ладно. Ну, а это вроде же полное обновление, полный обзор. Кстати, я только что заметила, там у нас летает вертолет. На этом все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока. Жду вас в моем следующем видео.